Здравствуйте, друзья. Здесь предупреждение. Герпес Адольфович пошалил. Ролик 18+. Поэтому уберите детей от динамиков. Ну, а те, кто хочет посмеяться, пожалуйста, вашему вниманию. Неугомонный Герпес Адольфович приглашает на встречу приватную коллекторшу. Алло. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Викторовна, могу я услышать, скажите, пожалуйста? Налогостроенного мышла за Простоквашей. Что передать ей? Что еще раз? Она вышла в гастроном за Простоквашей. Я ее брат, пожалуйста. Что вам нужно? Как вам можно обратиться, скажите, Герпес Адольфович. Мужчина, можете поясничать сколько угодно. Я еще раз спрошу, как вам можно обратиться. Я сейчас недопонял. Еще раз, по буквам Герпес Адольфович. Вы все правильно меня допоняли. Вы будете поясничать в другом месте. Либо вы трубку передаете Галине Викторовне, либо я буду обращаться за ложную информацию к сотрудникам полиции. Да, обращайтесь вы хоть к сотрудникам полиции, хоть к кому. Вы, может, вам в первую очередь нужно к доктору обратиться, к психиатру. Не к доктору? Да, да, да. У вас все в порядке? А при чем здесь я, моя персона? Вы называете и ваша... Которая не существует, это первое. А второе, вы говорите, что ваша сестра, якобы сестра, у которой нет брата, пошла за Простоквашей в гастроном. Это а что, где отсутствие логики? Вот, ваши утверждения в какой-то степени как раз-таки граничат с логикой. Но у любого человека может быть брат, двоюродный, троюродный, и даже сестра, открою вам страшную тайну. Вам... И что? Ой, точно, барышня, срочно к психиатру, даже не к психотерапевту, к психиатру, вам срочно нужно туда показаться, чтобы вам скрыли черепную коробку и туда насыпали опилков. От них толку больше будет, барышня, чем от того... На все, что у вас было достаточно ума, все, что можете придумать. Барышня, нет, далеко не все. Дело в том, что то, что вы считаете умом, совершенно не то. В вашей мозговой черепной коробке, вот понимаете, из мозгов только название, мозговая черепная коробка. Все остальное, это некая такая, знаете, воздушная субстанция. И в ней есть такой... Вы врач? Нет, не обязательно быть доктором, чтобы с первых фраз обнаружить у человека отклонение. Вы так не рассказываете, потому что находится в моей голове. Это не только я могу сделать. Дело в том, что я живу в нормальном социуме и общаюсь с обычными людьми, у которых действительно мозги в голове. А в вашем вот этом вот органе, я предположу, что это такой, знаете, некий металлический шар, в котором резиновый шарик носится. Пиу-пиу-пиу-пиу. Вот вы ходите, шагаете, трясете головой, и там вот это беспорядочное такое летание этого резинового шарика. И рот — это дырка такая особенная. И он, этот шарик иной раз пиу, выскакивает в виде слов. И вы почему-то решили, мужчина, что это мысли... И вы говорите мне, что мне нужно к психиатру? Да, я думаю, прям что вам нужно гораздо больше помощи специалиста, по крайней мере, который занимается разговорной речью. Это первое. А второе, ваше вот это вот здесь, как бы так сказать, заумничество здесь в любом случае неуместно. Мужчина, у вас проблемы. Вы не знаете, о чем вообще сейчас мне говорите. У вас либо слишком бурные фантазии, которые нужно в другое русло применять, либо просто у вас реальные проблемы. Вот душа моя, отсутствие мозга, кстати, не помещает вам воплотить в реальность мои бурные фантазии, в том числе сексуальные. Давайте, вот вы знаете этот номер телефона, мужчина, позвоните, вас правда, что-то не в порядке. Позвоните, пожалуйста, со своего сотового, и мы договоримся, вы не пожалеете, душа моя. Ох, не пожалеете. Мужчина. Я просто слышал, что у людей с ограниченными умственными возможностями очень хороший, такой, знаете, устойчивый, бойкий темперамент сексуальный. Вы как любите, вы сзади или спереди? Нет, еще не вы закончил. Закончили? Вот с вами бы я закончил с удовольствием. Эх, сзади или спереди любите? Боже мой, мужчина, у вас, мне кажется, точно не все в порядке. Слушайте, я вас голос задаю. Давайте, может быть, я позвоню специалисту. Давайте. Через такую форму общения мы с вами законтачим, а что голос-то задрожал. Представляете? Вау! Конечно, я очень сильно забоялась. Не, совершенно невменяемого человека, который несет непонятную ерунду. Боже упаси, вам понравится. Конечно.
Понравится? Будет, да. Знаете, эти ну, разнообразия будет... сексуальные вам так, понравятся. Честно, я сочувствую вам очень, потому что, скорее всего, вам просто в детстве не дали должного воспитания родители. Я жду звоночка. Поэтому, понимаете? На это, пока она запросит к вашей... Либо я вообще маму не воспитывала. Нет, до этого... А может быть, вас и не мама воспитывала, может быть, детский дом, поэтому у вас такая психика нарушенная. Не думали об этом? Все, давайте так. Вы можете сколько угодно отыгрываться, мужчина, хотя, может быть, вы даже не мужчина. Можете хоть сколько угодно отыгрываться, но не забудьте, что вы получите штрафные санкции за ваше унижение и оскорбление. Я предоставлю запись телефона разговора с сотрудником полиции на основании кодекса административных правонарушений в 5.61. И в дальнейшем будете веселиться вы, когда будете искать деньги, чтобы мне их оплатить, понимаете? То есть это так. За моральный ущерб также. Это садизм или мазохизм? А вот я про вас. Вы любите быть госпожой? Я буду сразу же, понимаете? Вы госпожой любите? Реально, вам нужно обратиться к специалисту. Давайте, короче говоря, телефончик. А может быть не мужчина, я не знаю, кто вы, женщина, может быть. Пока сестрица не вернулась, звони мне, звони, мы с тобой договоримся. Госпожой так госпожой, будешь госпожой. Мужчина. Ты меня бантами розовыми привяжешь. У вас проблемы. Вы не слышите меня? Да, будем так, будем в этом. Ты будешь доктор, а я буду... А, я поняла, у вас проблемы. О, ты думала что-то. Поэтому вы так разговариваете, да? Все, ты будешь доктор и будешь... Вы обделены в жизни этим. Да, так получается? Да, давай так договоримся. Вот и ты будешь мне поднимать мою потенцию. Договорились? Ух, обожаю. Это не моя работа, у вас же есть сестра для этого. Ну, потом просто ты не обидишь, потому что я тебя просто так не отпущу. Вот и сестра, дождитесь гастронома, который с простоквашей. Слушай, а ты любишь в шоколадный глаз? В шоколадный глаз любишь? У вас проблемы с головой. Он у тебя тугой? Тугой шоколадный глаз? Ничего, там можно промазать чем-нибудь. В принципе, да, сначала больно, а потом как сидишь. Так вот у будет. Вас побольше ума недостаточно, мужчина, скажите? Не-не, я придумаю что-нибудь еще, конечно. Ну, знаешь, шоколадный глаз это такое процедура. Сначала, вот знаешь, чуть-чуть больновато, а потом как серишь. Будет так, а потом начнется. А ух! Я смотрю, походу, вы все это уже испробовали, да? Раз настолько знаете. Конечно! Ой, любят дети меня. Наверное, у вас есть друзья, которые занимались этим с вами. Так получается? Раз по дороге. Ой, я сексуальный. Удивительно. Разносторонний человек. Я же говорю, что вы слышали, вас заботили. И на групповушку намекаешь? Ты намекаешь на групповушку? Я тебя понял, мужчина. Какая горячая. Все окей, у меня есть друзья, товарищи. А ты любишь как? Розовые у вас любовь, друзья, товарищи, или... которые вам помогали с этим делом? Конечно, да, ты согласна? Ну я давай, я двоих приехал. Есть ощущения? Слушай, а ты пробовала в две дырки одновременно? Ой, я смотрю, вы пробовали, наверное. Я пробовал, конечно. Я пробовал. Я не могу разговаривать с извращенцем, честно. У вас слишком плохо с психикой. Обычно мы не даем разговаривать. Если Галина Викторовна придет из вашего гастронома с простоквашей, вы свяжете по телефону, телефон запишите, пожалуйста. Вот представь себе, по самые яйца тебе засаживаешь, и ты пытаешься говорить... А, нет, мужчина, ты позвони, смс-ка скинь, запишите? Я тебе перезвоню, понял, я все понял. Я обращусь пока в органы, органы полиции, до свидания. Да, органы свои береги. Да, вот так, друзья, не забываем ставить лайки, подписываемся на наш канал, да, вот такие мы разносторонние. Это нам не мешает оказывать серьезные услуги. А кто не понимает, как можно так, вот, перемешку с серьезной работой заниматься вот такой клоунадой, весельем, то я вам скажу, все самые серьезные глупости на земном шаре были сделаны с серьезным выражением лица. Так, на связи был Кузнецов Дмитрий. Всем привет, до свидания. Всего вам хорошего.